Итак, вот наша коробочка. Очень красиво запакована. Сейчас будем ее с вами открывать. Итак. Здесь у нас визиточка Doodle & Sketch. Листовка, в которой указаны подробности. Под слоем красивых голубых бумажек. Первое, что мы видим, это бумага, склейка Фабриано, 20 листов, 25% хлопка. Затем у нас палитра для акварельных красок Мигелло. Бумагу положу вот сюда. Палитра. Она с ячейками, с резервуарами для разведения красок. Очень удобная. На 24, по-моему, цвета она. Или на 18. Затем у нас тут кисть Рублёв. Десятка в обойме. Очень удобная. Платочки. Батончики. Также здесь кисть в обойме Рублёв четверка. Это у нас колонок с синтетикой вместе. А здесь белка. И тут у нас акварельные краски. Все очень красиво запаковано. Крафтовые пакетики. Так, акварель у нас также Мигелло. В таких цветах. Церулеум, серый, какой-то интересный красный и лимонное желтое. А еще маленькая Рембрандт. Также у нас здесь листовочка информативная и наклеечки. Теперь нужно придумать мне будет, что нарисовать этими цветами. Задача непростая, потому что ограниченная палитра, но она хороша тем, что у нас есть три основных цвета: красный, желтый, синий, и из их смеси мы будем рисовать что-то и добавлять новые какие-то оттенки, создавать.